Grammar. Употребление настоящего времени группы continuous для выражения будущего действия. Читаем примеры и сравниваем с переводом на русский язык. I'm leaving the house in 5 minutes. Я выхожу из дома через 5 минут. What are you doing tonight? Что вы делаете сегодня вечером? I'm going to the theater. Я иду в театр. I'm meeting a friend tomorrow. He's coming for the weekend. Завтра я встречаю приятеля. Он приезжает на субботу и воскресенье. So we are playing tennis on Sunday, aren't we? Итак, в воскресенье мы играем в теннис, да? Как видно из примеров, в настоящее время группы continuous, present continuous, может употребляться для выражения будущего действия, но только с глаголами go и come. Но с некоторыми другими глаголами, примерно в тех же случаях, когда в русском языке употребляют в настоящее время в значении будущего. Эта форма выражения будущего действия близка по значению обороту be going to и отличается от него большей подготовленностью будущего действия, большей определенностью плана. Например, я ухожу в отпуск на следующей неделе. То есть, если сравнить с русским языком. Поскольку эта глагольная форма способна выразить как настоящее, так и будущее действие, употребляя ее для ясности, часто добавляют соответствующие обстоятельства времени. The delegation arriving tomorrow. Делегация прибывает завтра. We are starting work next week. Мы начинаем работать на будущей неделе. What are you doing tonight? Что вы делаете сегодня вечером?